Показ на рыцарь смерти. Поехали. Леди смертный шепот. Насколько она хороша? У меня будут все заклинания только льда. И ну, как будто бы это не очень здорово. Мы, конечно, можем очень много дэмэджа в лицо наносить, но у нас должна быть супер агрессивная колода. А сможем ли мы такую собрать? Да вряд ли. Ну, типа, я могу взять лоскутика. Лоскутик... ну, просто норм Лего. Вот именно, что просто норм. Пока я тир-1. Ну, сами понимаете, что сейчас все леги, как будто бы все адекватные леги тир-1. Но это такое дно тир-1. Значит, лоскутик. 95. Все, что ниже ставит, как бы вроде как бы и лего не считается на самом деле. Но да, ладно. Аллея смертный шепот 61. Да, что-то я не вижу в этом контент какого-то. Как будто бы в этом вообще ноль контента. В этом льде. Да не, поехали, лоскутика. Забытый аниматроник. Хорошо. Ностальгический гном легко. Ну, это нежить. Нежить это окей. Ну да, ладно, хорошо, давай тебя возьмем. Дракона возьмем. Вот все хорошие карты. Можно мне поменять вот все вот эти карты на вот эти вот тупо карты? И фиг его знает, что брать. Ну, наверное, сектант-менталист. Как бы самый адекватный. Ну да, 102. 80, там что-то ли 90 у нас. Клёвый вурдалак. 89. Сева оборот 87. Ну да. Хорошо. Барон, либо кавер-музыкант. Я думаю, кстати, я возьму барона лучше. Барон 88, кавер-музыкант 90. Но, честно говоря, мне кажется, барон интересней. Ну, здесь легко школьный учитель. Уничтожение норм, школьный библиотекарь тоже норм. Я думаю, уничтожение все же будет поинтересней. Королевский библиотекарь 78, уничтожение тоже 78. Ну да, я думаю, что уничтожение все чуть поинтересней. Ну опять же, вот те карты, которые... Ладно, мерзотень можно и заскипать, но вот эти две очень бы хотелось бы взять. Очень бы хотелось бы взять, но, наверное, за пригрешный труп я возьму. Девяносто за пригоршню трупов. Пандарен 89. Ну да, ну да. Значит... Чё мы хотим? Мы очень хотим раскопок. Без раскопок мы ничего особо не сделаем. Ну ладно. Добор ледяной карты, которой у нас пока нету. А как, что может универсальнее быть супер ремувала за единицу? Как-то может быть универсальнее. Так, ну хорошо. Удар смерти. Ну, как будто бы продавец щитов. Опять же, с добором не так здорово. Ой, не продавец щитов, а игровой автомат. Ну, давай, что посеешь, что пожнешь. Что посеешь, что пожнешь, номер два. Окей, 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 окей. Ну, командир поинтереснее, чем архиволог. Так. Рука протез легко. Рука протез.
Значит, и что мы хотим? Мы хотим... Блин, ну мы все еще хотим раскопки, мы хотим, возможно... Так, окей, что посеешь, то и пожнешь номер три. Лучше, чем нити отчаянник, хотя нити отчаянник очень хороши. Осквернительница здорово для рыцаря смерти. Войско мертвых лучше, чем происшествие в шахте. Ну да. Беспощадной зимы, ну ладно, нет, 100% да, потому что у меня предвестница есть. Костолом или темное превращение? Неофитка хуже всего. Костолом. 82, темное превращение. 82. Думай, пожалуйста. Оружие. Пока мне нет никакого оружия. Как будто бы есть смысл его взять. Темное превращение. Ну, типа, да, это 4-5 за 4 маны. Со способностью. Ну, надо ли оно мне такое? Старта нет. Не, ладно, давай, хорошо, давай к столу возьму. Подарок Артаса. Или замерзший барон. По идее, барон. Барон поинтереснее выглядит. Барон 88, подарок 79. Давай. Ныряльщик с доски. О! Раскопочка, ребят. Нить отчаяния, да, хорошо. Кобальт-шахтер, разумеется. Четвертая добыча. Гармонический металл, ну, не. Че, неуклюжий зомби-гигант? Наверное, неуклюжий зомби-гигант. Так, мы должны посмотреть хрипы. Хрип у нас только один есть, я смотрю. Ну, типа, это не могу считать прям за хрип какой-то внятный. Поэтому единицу не хочу. Сглотавшийся шут мне как будто бы тоже не особо нужен. Потому что добора-то у меня довольно много. С другой стороны, а чё б мне, ну, типа, и дальше не добирать? Шут 81. Конь 79. Типа просто пытаться задавить. Вот где-то вот в этой части игры. Не, автомат хрень, а не хрип. Такой, на троечку из 10. Норм хрип это тот, который как-то мне супер стол будет занимать. Семерка, да, условно говоря. Ну или хотя бы шестерка. А это все ну, такое. Ну давай, ладно, я шута, наверное, возьму. Пускай будет шут. Последняя карта ядовитый скорпит. Да. Чувствуется, что рыцарь смерти сейчас один из самых худших классов. У него очень маленький инрейд. Забавно, что вообще охотник на демонов сейчас самый худший. Прикольно. Ну да, просто как бы карты не очень сильные сами по себе. Лего, ну такая. Опять же, лего до 100 это не лего. Типа парочку добычи, этот, много добычи есть, добыть 4 штуки есть. И есть парочку раскопок. Но пара раскопок это очень мало для рыцаря смерти. Нужно прямо отсюда доставать железного всадника. Иначе не работает. Ну, поехали.
Так. 1-2. Можно запасовать. Как бы, опять же, колода у меня такая, которая при правильной кривой, она вообще с легкостью может убивать. Завтра надо будет свернуть. За тобой не следили? Сейчас какую-нибудь четверку. Ну, это, кстати, хороший трек получается. Здравствуй, Денис. Отмена. Ну, будет, конечно, печальнее. Но там же вряд ли будет отмена. Но я не верю в отмену. Ладно, давай сначала так ударь. Давай. Ну да, я не верю в отмену. Я, в принципе, готов так понять. Пока что. Сойдет. По всей видимости, тебя делаю я. Ну так себе. Так, заспамить стул. Как-то можно. Да что-то как-то так себе. Ну, типа тройку-тройку, да, я сейчас могу сделать. Тройку-тройку. Ну, может быть. Ой, тоже какая гадость. У меня вилку 3 делать, вилку яд. О, я могу пить. Нет, это не могу я сейчас делать пока что. Что, давай яд сначала я достану. Асфиксия. Ну, кстати, вполне себе. Тоже бы очень здорово бы. Но нет, давай асфиксию. Хорошо. Пора танцевать, буги-буги. Видимо, вот это будет вместе играться. Видимость. Скутик. Давай сначала что-нибудь поищем. Блин. Так. А я не хочу или хочу? Да не хочу. Или хочу? Да не хочу. Просто отдельно. Еще одно оружие, понял. Меня мало беспокоит, кстати. Это невозможно. Нет, хорошо.
Так, ну разница, кстати, никакой, да? Я дальше буду биться. Эх. Но с другой стороны, ладно, здесь у меня семерка идет. Семерка, окей. Лицо в лицо. Давай так поменяем. Окей. 4 урона есть. Я прогнила изнутри. Начинается. Что я сделаю тебя, по всей видимости. Еще у меня 3 урона есть с добычи. Ах ты какой, серьезно? Не, ну это я тебя накажу такое. Если чума не придет кровавая, то как бы ты труп. Дружище. Давай, не кровавую чуму. Ну. Хорошо. Побили первого. Начеку. Да будет гниль. Так. Тройка, тройка, тройка. Ну, тройка, кстати, как будто бы неплохо оставить. Ну, не, ладно, не будем. Не будем пока что. Тут как бы у ДК достаточно неплохая добыча, но это не та добыча, которую нужно во что бы ты ни стало делать как можно быстрее. Она не выигрывает партию. Она так чуть-чуть отбивается и все. Так, ну давай, что там у тебя есть? Неприятно, кстати, писец неприятно. Ну, давай. Ладно, пусть убивает. Ну, воину мага. Осторожно, они острые. Кто знает, да, нет необходимости прям сразу сделать. Фермотруп, кстати, неплохо. 4, это, кстати, тоже неплохо. Ну ладно, да, чтобы мне хотя бы в темп что-то там сыграть, попытаться. Да, нужно лучше все же так сделать. Всегда будет 4 существ сделать. Всей видимости.
Так а чё, ну и достану я, толк с этого какой? Толку-то нет ни хрена. Так. Отлететь смогу. И как? Сак какой. Стоп достал. Ну да. Понимаю. Я, походу, проиграл. Могу типа под тебя убрать. Ну, давай так сделаем. Просто буду пытаться отбивать стол сейчас. Здравствуй, Аллегра. Курс на распродажу. Так. Ну такой себе. Тоже ну такой себе. Ни сюда не попал, ни сюда не попал. Двух самых важных и мимо. Два самые важные. Два критически важные, я бы сказал. А то здесь супер бесполезные существа, все забафаны. Которых как раз таки не хочется играть максимально. Ну реально забафал всех самых бесполезных существ на данный момент. Хорошо, чё. Придется делать так. В такой ситуации. Типа быстрые карты есть еще. Что скрывают глубины? Что скрывают глубины? Эй, оружие плюс. Уже неплохо, в принципе, зашло для меня. Все, давай так. Может меня убить, конечно. 4 урона, это не трудно. Блин, я еще забыл, что мне нельзя оставлять существо с большим здоровьем количеством. То у нее есть 4 демонжа. Да, идеально. Просто идеально. Ну ладно, но я думаю, что там все равно было бы... Все равно как бы убрал бы. 4-1. Ну а проперся, да. 25% поймал. Может и не было, да? И тогда бы уже и совсем не факт, что он бы смог победить бы.
Так. Ну хорошо. Костолом оставим. Остальное нам ничего не надо. Да, я лучше, конечно же, такое существо достану. Dead Spell 3 маны. Не был даже относить неплох. Раскопать тотем. Ну, не, ну 0-2 всякие тотем зла есть, конечно. Конечно, есть что-то интересное. Ну, блин, да, здесь достаточно тяжело, потому что, с одной стороны, оружие мне хочется оставить, хочется 3 урона нанести. Очень хочется достать через монетку 2-3, но тогда что я буду делать на следующий ход, не ясно. Но как будто бы черт с тобой. Давай. Получается, ничего не делаю. Коня. Ой, коня. Конь все равно бесполезный. Звучит как тупо 6. 4. Удар, удар. Умно. Да не. По 6 меня устраивает. Болезненно. Ну, это неплохо убрал. Мало, поэтому лучше я все зачищу. Так, ребят. Ну, кстати, тоже неприятным этим злам. Возможно, придется уехать давать. Ну, может быть. 3-2. Уехать. Ну да, в соуехать больше ничего не сыграю. Это не работает так. Вернуть в руку, да тоже не особо работает, ребят. Табор карт нафиг не уперся.
Ладно, давай так. Пускай. Природа никого не ждет, кроме меня. А уехал, будет работать. 5 здоровья, правда, хрен знает, что мне делать с 5 здоровья. Да не, я тебя возьму. Ну, немало вероятно, что меня сейчас просто тупо убьет. Не мусорить. Ладно, это пока еще не убивает. Какое-то теоретическое лечение сделать могу. Ну, блин, лоскутик, это, конечно, все потрясающе. Ну, кстати, реально может быть лоскутик. Ладно, давай лоскутика я сделаю. Давай сделаю лоскутик. Потому что, а чё я не добыча-то я вообще не обязательно, что я что-то смогу убрать. Чё-то супер дешёвое. Ну вообще... Да нет, я сделаю что-то супер дешёвое, ребят. Потому что забью руку себе. А у меня может быть солнечный дракон. Ладно. Делается то, что я смогу лоскутиком убрать существо, которое типа тоже наносит урон. Я там думал, что может быть у него есть 2 урона за единицу. Но нет. Не убрал. Чё, у меня проблема с тройками-четверками, по факту. Да. Как бы у меня уже парочку раз вроде как идеальный старт, единица-двойка. Вот с тройкой уже начинается проблема. Кстати, рука протез против жреца нормально. Должна работать. Ну хорошо. Перерождение сюда бы накидывать, но это тоже такое. Да, проблема этой колоды, что здесь слишком много тир 2 карт. В нынешних реалиях это как будто бы... Ну вообще никуда. Сейчас у условного там какого-нибудь жреца, который по 4 этих драконоведьм набирает, да, то есть самая сильная карта, которая 100 там с лишним. А ты сидишь на 70, ну да. Ну как бы и как здесь побеждать? Чё у меня 100? Солнечный дракон? Костяной командир, наверное, да? Войско мертвых. Школьный учитель. Ну и вот парочку еще этих карт. Не, ну типа есть, ладно. Сектант-металлист есть. Но все равно слишком много тир 2. Слишком много. Это что, знаете, 2 карт?
Так, синяя карта. Лживый привяженец. Не, тир 1, 83. Хорошо, давай так. Асфиксия. Окей. Асфиксия сойдет. А у их и нету, нету. Ну, значит, тебя просто. Просто тебя. И я. Ну давай, жрец. Ну придумай ход. Чё мне играть? У меня какие-то тоже такие все ходы. Понятные, невнятные. Пятерку типа можно было бы. Но она не на полной вэлью, как бы уже не очень. Кстати, возможно, действительно четверку нормально сыграть. Давай. Меня! Выбери меня! Ты в моей власти. Хорошо. Хорошо. Сохранить как-то 6-4, как мощную карту сильно. Моя задача. Допустим. Я вам тут наделал всякого разного, ребят. Сон. Хорошо. О, металлист. Металлист, я тебя убираю, да? Четверку могу сделать. Четверку могу сюда закинуть. Четверка, металлист. Нежелательно все равно так ударить. Так Это у нас сюда, это у нас сюда, это в лицо. Хорошо. Зачистили стол его. Не жить, а не жить. Хорошо. Че еще? Это неприятно. Это жестко неприятно. Ну, типа восьмерку попытаться закрыться, но не. Я чувствую волшебство.
Давай так сделаю. Так, хорошо. 1-2. Толку-то мне с этого 0, да? Толку мне с этого 0. Не, ну как 0? Есть немного. Вроде он меня убить-то не может. Все равно так себе. Рыцарь смерти, который не может играть контроль, ребят. Это прям плохо. Дракон. И зачем ты мне нужен сейчас, дракон? Непонятно, да? А что мне нужно сейчас? А хрен его знает. Мне уже нужно, мне кажется, рисковать. Пытаться что-то непонятное делать. Иначе я никак не выиграю. Это хорошо, но я же ничего не смогу выбирать, поэтому лучше так сделаем. Окей. Понял. Да, я проиграл здесь уже. Ну, типа, лоскутик как-то сделает его колоду меньше. Хотя я никак не могу по фатигу выиграть, потому что у меня вся колода на доборе. Мне нужен мертвый гробовщик, который достает... который достает голову. Это единственный способ победы, который я вижу. Да ладно, давай так и сделаем. Хорошо. У меня слишком не агрессивные колоды для того, чтобы задавить. И у меня слишком все плохо с точки зрения контроля, чтобы выиграть контроль. Ты реально хочешь эту карту? Что творит, ребят? Ты бери товар, а я посторожу. Один, два, три, четыре. Так, три. Удар сюда, это будет... Умно. Пять, четыре. Можно тебя сделать так вот. Тебя. Да я ничего не достану. Так, если ничего не достану, то какой смысл в этом всем? Так, мой маленький рыцарь смерти. Угу.
Да похрен, давай. Эй, ну ладно, давай. Да, давно не ощущал себя настолько прям вообще не способным ничего сделать. Вообще ничего не способным сделать. Никакой, никаких перспектив. Просто вся надежда на раскопку, абсолютно вся, ребят. Вообще нет других вариантов, только должен раскопать что-то. Давай тебя возьму. Что, давай, давай. Я, по идее, даже с головой не выиграю. Проблема что? Найди другую лапу. Понимаете? Я даже... Голова мне даже вряд ли поможет. Это же, ну, просто писец. Да хрен с тобой, давай, я буду пытаться, опять же, голову просто быстро найти. А. В смысле этого? Да как? Я думаю, вы поняли. Ладно, ты мне можешь дать другое существо с раскопкой за три... За счет этого, а, либо Хелию можешь мне дать, а не, Хелию ты мне не можешь дать. Ну да. Рядовая коротышка, что за три? Ну, может быть. Так, ребят, хорошо. Значит, давай начну с тебя. Окей. План я доставил восьмерку. Из нее выходит девятка. Эту девятку я воскрешаю. И вкорячиваю ему в лицо. Миллион. Считаю план неплохой. Уничтожать существо. Хочешь потанцевать со смертью?
там занести, рассказывай это дело. А, ну хотя нет. По-моему, два, типа четверка, возможно, нечто. А что за нечто? А, два. Ну это, кстати. А, ну, кстати, ладно, нормально. На самом деле это как будто бы вообще. О. Шо? Давай так дешевле. Так тупо дешевле. Бля. О! А ладно. Я проиграл. Угу. Не, ну... Все, давай дальше поиграем. Да. А где чё, мне сейчас так убьет, он меня убивает. Остается два. Ну хрен с тобой, давай. Как бы у меня была некоторая возможность ухватиться за победу. Я попытался ухватиться, но тут же полетели какие-то... А просто пошли нормальные карты. Миллион тысяч воскрешений. Чем? На два урона нанести, ребят. Просто два урона из руки. Это все, что ему нужно. У тебя больше нет. Это, кстати, под вопросом. Вот. Ну как под вопросом? Жаль, хотелось бы наказать разговорчивого этого. К сожалению, не получится, по всей видимости. 4. Ладно. Оружие. Поехали. Убьет мне его. Ладно, я сдамся. Ну ладно. Никто зато никогда мне не скажет, что я не пытался. Я выживал этот, выжимал прям самый-самый максимум, который только мог. Хоть
как-то зацепиться за победу. За единичку. За единичку, ребят. За 1%. Все равно старался. Но ничего не сделаешь, если у тебя колода, которая просто что-то добирает, какие-то слабые существа, ни хрена не делают и прочее.